За 9 месяцев выручка от реализации продукции, работ и услуг в сфере сельского хозяйства составила 636 миллионов рублей. Это на 1% превышает уровень прошлого года. Но несмотря на положительную динамику, по словам начальника управления сельского хозяйства и продовольствия, финансовое положение сельхозформирований ухудшается. По итогам 9 месяцев текущего года по продажам сельхозпродукции половина хозяйств района является убыточными. И это несмотря на всестороннюю поддержку со стороны Альметьевского района. По словам главы города и района Мазита Салихова, проблема в том, что не задействован весь потенциал сельхозотрасли. Всю жизнь привыкли, чтобы там носили наши промышленники, нефтяники, или кто-то там за них ремонтировал, дорогу доил, и еще и так далее, и так далее. Сейчас уже нет. Вот это сельское хозяйство тоже бизнес. Есть люди, которые в сельском хозяйстве, в этом бизнесе очень хорошо работают. Свое выступление глава резюмировал тем, что необходимо развивать отрасль. Тем более, что последние политические события открывают перед фермерами большие горизонты. В связи с санкциями, которые происходят и идет, как раз время в этом направлении работать. Было сказано и то, что одним из наболевших для отрасли остается вопрос нехватки кадров. Молодые специалисты неохотно идут трудиться в село. К слову, молодежь составляет четвертую часть общего числа альметьевских безработных. Это немногим более 1000 человек. Об этом в своем выступлении рассказал директор Центра занятости Минсагит Насердинов. Отдельно он ознакомил участников встречи с проводимой работой по созданию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Как узнают, что ты инвалид там такая болезнь? Уже стараются не брать никуда. С начала этого года в Альметьевске реализуется закон квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, работодатели со списочной численностью более 100 человек должны принять на работу от 2 до 4 инвалидов. В Альметьевске установлена квота на 21 предприятии. До конца текущего года будут созданы либо оснащены имеющиеся места для трудоустройства 18 человек.